Так, вот смотри. Видишь, на турнире у тебя ситуация получилась. Подавали правый маятник. Вот, но я тебе подаю и более профессионально, и как люди подают, там, скажем, на твоих там очков 250, да? И вот смотри. Вот у тебя часы, видишь? Значит, получается у нас нижний мяч, длинная подача, правый маятник. Ты крутишь топ-спин на фиолетовый, да? Мяч, видишь, 4 часа. Ну, вот можешь пальцем показать, да. Вот сюда, видишь, и заводишь ему под жопу, получается, под боковую. А верхнюю подачу ты, получается, крутишь вот туда, ближе к 3 часам, к 2, в желтый мяч. Видишь? И вот мы с тобой пройдем эти две подачи. Сначала первый возьмем фиолетовый. Это будет нижняя подача. Потом возьмем желтый. Это будет верхняя боковая подача. Понимаешь? Вот. И все, и выиграешь. Так, Рамильчик, вот я сейчас тебе буду давать все, ну, различные нижние боковые подачи, различные. Понимаешь, как бы разными чуть-чуть движения, и профессиональные, и такие любительские, и полулюбительские. Потому что, понимаешь, ощущение сану у тебя будет чуть-чуть разное. Понимаешь? Но все будут нижнебоковые. То есть все делаем на фиолетовый, на 4. Окей? Сейчас заснимем это все дело. Итак, ребятки, поэтому вот идет нижняя боковая подача сейчас. Надо сыграть мячу в боковую нижнюю часть. Видите, в данный момент Рамиль при топ-спине очень плохо, что отваливается левой ногой назад. Вот, не будет готов играть следующий мяч. И не совсем четко работает на обгоне кисточка на мяче. Вот как сейчас, видите. Ушел мяч за стол, то есть подбил его кверху нижнее вращение, и мяч уходит за стол, или вот сейчас не подцепил. Вот. И вот эта левая ножка, вот как сейчас видите, не выходит на мяч, левая нога отваливается назад. Оп, видите, опять не подцепил. Thank you.
Сейчас простая тоже. Так, смотри, попринимали нижнебоковые. Почувствовал? То есть вот теперь верхние, да? Теперь меняешь замах предплечья. Замах предплечья делаешь на уровне поясницы. Да? На уровне поясницы, на уровне карманчика. И играешь, получается, у нас желтый мяч. Видишь, по боковой части. То есть часы – это мяч. Видишь, часы – это мяч. Диаметр мяча. И ты играешь по желтой, по желтому. Видишь, в бок ему туда, верхнюю боковую часть. Целишься. И кистью обгоняешь мяч. И он легко туда зайдет. Сейчас попробуем. Видите, ребятки, показываю, как работает предплечье и как работает кисть. И куда надо ему делать контакт. Видите, в бочок, верхнюю боковую часть. И самое главное, кисточкой в бок обогнать мяч. И все время, видите, левой рукой давлю ему, ставлю локоть в правильную точку, чтобы локоть не задирался. Вот. И обогнать. Вот это работа на мяче. И обогнать. Вот это, ребятки, подача очень распространенная у вас в турнире, примерно там очков РТТФ 350 становится, и по диагонали вот таким маятником подают верхнюю подачу. И надо сделать топ-спин вот в эту верхнюю боковую часть мяча. Видишь, вот на обычной подаче важно смотреть перпендикулярно.
Вот так идут перпендикуляром по отношению к столу. Будет нижний. Вот так верхний. Понимаешь? Там либо коленка, либо карманчик. Давай. Верхний вес за стол. Вот смотри, медленно показывай. Раз, видишь контакт? Вот. Видишь, фронтальное движение перпендикулярно. Вниз. Вниз. Да. Вверх. О. Смотри, смотри. Вверх, правильно. Да. Видно, да? Еще раз. Вниз. 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 Готов? Ну видишь чуть-чуть, чуть-чуть видишь. Но я уже под конец чуть-чуть уже посложнее хочу. Ну правильно, ты даешь даже нижний, с очень похожим верхним отскоком. Да, уже посложнее начал чуть-чуть. Ощущение шикарное. Нужно больше тренировать нижние и верхние для того, чтобы мозг переключался на низ или наверх. То есть либо ты сверху делаешь, либо ты снизу.
Да, и по точкам, и по точкам. И по точкам, самое главное, что бок надо гасить боковым движением. Да, вот. А дальше либо работать на 3 часа, либо работать на 4 часа. Да. Нижний работаем на 4, верхний работаем на 4. Нижний фиолетовый, а верхний желтый. Видишь? Но нужно тренировать. И еще надо мяч понимать. Вот смотри, верхний он прыгучий идет. Видишь, верхний он идет прыгучий. А нижний стелющий. Нижний идет всегда стелится, как бы. Ты еще вот сам мяч должен чувствовать, понимаешь? Помимо там всех движений, он прямо нижний идет стелится, а верхний идет прыгучий, понимаешь? Что вот он прыгает, напрыгивает, наскакивает на тебя, особенно если подача длинная, понимаешь? Но нижний с сильным запилом тоже ощущение, что все-таки скачет. Нет. Поднимается высоко. Это когда сильно впилился, может быть, в кривоту мяч попал, и он туда, понимаешь, мяч-то кривой бывает. А, ну да. И от кривизны он такой подскакивает чуть-чуть. Но сам полет до удара об стол твоей половинки, он идет стелиться. До удара. Да. У него траектория такая стелится. Ладно, будем работать. Спасибо.